Так, итак, всем привет, гости канала, все, кто смотрит и просматривает мой канал. Так, сегодня, что мы будем делать для мотоблока, для прицепа, сцепку. То есть именно ту сцепку, которая будет крепиться от мотоблока к самому прицепу. Вот. В общем, я поездил по магазинам, а автомобильные сцепки, как они правильно называются, утюг и шар, по-моему, стоят невероятных денег. То есть у нас здесь в Самаре сам утюг стоит 900 рублей, а сам шар 800 рублей. То есть, ну, практически 2 рубля. Ну, конечно, я не спорю, это удобно, но нам в данный момент нужно максимально дешево вообще сделать, вот, чтобы затраты были практически минимальные. Почему? Ну, я думаю, вы об этом сами все догадываетесь. Так, хорошо, давайте рассмотрим, какие части и вообще что в дальнейшем. Так, вот эта самая основная ось, она будет, она у нас от стойки. То есть вот такой обычной стойки. Это стойка лачетевская, Шевроле Лачете. Вот я менял и не выкинул, а оставил. Вот, отпилил я ее, вытащил. Вот уже по размер. То есть бесплатно, можно сказать. Так, дальше. Взяли, нашли вот такую вот ржавую трубу, но труба еще есть, за что зацепиться, есть к чему привариться, в общем, еще прослужит. Вот, отпилили вот такие части. Так, длина части, сейчас мы, давайте попробуем замерим, 6,5. В общем, они все 6,5. Вот, дальше. Вот таким образом. Сунется, вденется. Так, сегодня я с помощником. Давай, Вадим, помоги. Вот, одень в это. Так. Вот здесь, конечно, затянется гайкой и шайбой. Вот принцип работы в дальнейшем будет вот такой. Вот это у нас палец. Палец не то от двигателя МТЗ, вот, то есть от трактора. Вот, то есть как раз вот эта штука будет крепиться к корпусу. Мы ее заварим вот таким образом. Нет, так подальше. Вот таким образом. Во-во-во, вот так вот поставь. Отлично, вот так вот, да. Вот. Дальше вот кусок, то, что остался у нас, мы добавим вот здесь вот. То есть вот так вот. И вот здесь вот еще, ну, возьмем вот, к примеру, вот так вот. В общем, вот здесь вот заварится именно к вот этой. А вот эта часть, вот эти две части, они у нас заварятся к самой раме. То есть вот таким образом вот будет. И получится то, что он будет на излом идти. Благодаря вот этой, вот этому креплению, вот, он не будет на излом ее ломать. Правильно, Вадим? Да. Вот. Ну, что, теперь у нас остаются сварочные работы этой конструкции. А вот это по размеру мы отрежем потом. И все, в принципе. Все. Оставайтесь на связи.